какая-то от рыбаков явно. Мы в сумке. Да, он в сумке, значит. Шрот местный, короче. Кладбище. Полицейская станция. Все серьезно. Вся дорога такая в Тринкомале. Уточкам, которые сидят. Так, на каждом. В городе без них ничего не получится. Оно будет смазанное. На пароме. Вот на эту хрень мы должны будем заехать на автобусе и переправиться на другой берег. Сейчас они там загрузятся. Погрузка автобуса на паром. Район Тринкомале. Раньше здесь был мост. Мы уже выяснили. Все еще большая очередь. Поскольку никакого двигателя нету, то паром управляется исключительно ручной силой. В принципе, как гребцы на галерах греческих. Раз, два. Взяли. Блин, неужели они сдвинут автобус? Навались. Бурлаки на Волге. Пошла родимая. О, делов-то. Правда, автобус 50 человек. Наш автобус.
Да. Да, вот. Пошли. 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 Ваня, ну как на пароме? Круто! Круто? Тут форма другая. По такой дороге мы продолжаем ехать. Уже дистрикт Трингумаля. А дорога никакущая. Движемся со скоростью 20 км в час. В асфальте здесь стали только 30 лет назад, в 72-м году, когда война началась. С тех пор он полностью уничтожен, просто развалился от времени. Но идут строительные работы. С другой стороны дороги еще одного слона нашли, вон он, в кустах. Как они живут?